Вопрос, мальдатый. Че, как делаете? Да пойдет, блядь, на работу завтра. Завтра на работу? Бисти. Бля, я сегодня тренировку пизда отбегал, рыгнул, нахуй не покупался, блин, хочу покупаться, не успел, ни хрена, пришел, похавал с РТ, блин. Че, пасок ебанул? Да, ты че? Яйцами побился, блядь. Яйца? Да, давно только с утра. Ну, разговился, заебись сюда. Все ништяк. Так, Влас, братан, давай. Я смотрю за твоим ДПСом. Ты должен прям вот показать сегодня дело. Тоже две шмотки один, Влас. Влас, я тебя не слышу, у тебя, наверное, микрофон не работает. Блять, в ахуе иногда такие пишут люди. Сегодня все пьют, ИГИ сегодня приняла ислам. Как? Я вообще не могу понять, что это такое. Ну, он же тебе сказал, что он пьет. Все, не надо. После этой фразы надо выключить мозг и дальше не читать. Ребята, бонус от ювелирного дела включается после 350, да, или после 400? 400, по-моему. На чарке после 400, на кожевке, о, на портняге, по-моему, тоже будет. Так, сейчас. Если что, кричите, сейчас минуту отойду. Thank you.
Похоже, поблизости ремонтная станция. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. Да, чуть-чуть что-то людей смотрю, не хватает. Меня слышно? Да. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Что это? Берегитесь, к вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование!
Че, будем снимать, да? А есть ювелиры сейчас? Да. Бази, можешь мне это сделать, камушек? Могу. Сейчас эти линка, ну какой? Всем здравствуйте, всем привет. Здорово. Добрейший вечерок. Что, у нас пару пугов будет, да? Базя, а ты где? А мы вот, смотри, машинка едет. Ага, вижу. Юля, а ты можешь мне сейчас зачарить? Воу, Роланда. А, чё? Можешь мне зачарить это тело? Регов, реги есть? Не, нет, да, с собой. Не-не, есть, а, есть давай. У меня. Угу. Я рядом с базой стоял. Вы все по машинам? Тело пришло, прикинь мне. Спустя сколько времени? Ну да, что-то совсем долго. Ага. Спасибо. Не за что. Вы все там уже, да? В нуле?
Ой, блин, что-то не слышу. Сейчас, погодите. Ну, Зарик зашел. Какая сова и какой мотоцикл, такой как наш, как велосипед для совы. Кому можно подсесть? Кто там один сидит? Ща. А, ты что занято? Меня показывают, что нельзя сесть. Нидыч, вылезай. У нас 27 мемберс. Может, это пуга потекаем мы ходим. Пуги? Ой, все, я к тебе села. У нас есть пуги? Да я понятия не имею, но что-то вроде за что-то такое базар шел, я не понял. А вот этот Бобс, он, наверное, тоже это с другой гильдии, да? Или это? Понятия не имею, надо посмотреть сейчас. Ищем два тела. Ну, Бобс это не с нашей гильдии. Его мах. А он вроде и писал что-то, типа говорит, ребят, сорян, типа что-то я не пойду, и вроде со своей гильдии. Ну, сидит вроде бы с нами сейчас. Там был Пабокс. Так, вот я быстро спрыгну, пусть к себе никто не подсаживается. 27 в игре, то... Affliction. Ну да, маленьких не очень брать. Эй, вылези!
Ты видел? Успел отойти, а тебя уже гнидыч охмурил. Паразит. Видел, как он к тебе прыгал на коленке, тварина, а? Это мое место. Да, молчат. Или мне кажется. Да нет.
Нихуя себе. А как так это друг друга убивать можно? Я что-то тоже сейчас не понял прикол, блядь. Кто полетит? Кто там убил? С кого там 15 голд? Я с тобой сижу и не должна умереть. Жгите тогда технику эту. Чего разрушитель никто не садится, он же попрофитнее, чем остальные. А я думал, они заняты. Нет, один свободный стоит, новенький. Ну вот люди сдохли, кто-то их взял, убил. Ставлю шкаф. Время – деньги, друг. Приходи еще. Что происходит? Да, это. С ума в чем дело? Что случилось здесь? Что-то воет, психует. Ой, покинула группу, кто меня кинул? А, все. Плюсую? Как это? Бежим тогда, Алю, бежим. А в чем что за фишка? Объясните, что произошло. Вы это брали, убивали два раза или что, я не знаю. Ну зачем вы так делаете? И так долго собираемся. И шмот как убивали? Что за херня? Это че, рейдов?
Бак Сируса ночью появился, гнидыч пишет. Ну, не знаю, ладно, я готова снова. Зачем кого убивать? Сели в машину, сидите, ждите пула. Да, кто-то там ребячество, детство у них. Ой-ой-ой, Войд. Рано нам еще в льду ходить. А что такое?